Инженерный институт Казанского федерального университета посетила делегация автомобильной компании «Solers». Встреча с представителями организации взяла свое начало в центре цифровой фабрики роботизированной аддитивной технологии в промышленности. На протяжении 3 часов директор инженерного института Наиль Кашапов проводил экскурсию и знакомил коллег с деятельностью вуза. Метод сотрудничества, похоже, вот мы уже нащупали по ходу экскурсии. Сейчас будем утверждать, что мы являемся разработчиками, которые они уже дальше доводят, внедряют на конкретное предприятие. То есть именно в рамках R&D, например, сейчас очень важно то, что было связано с прототипированием, с конструированием, скажем, для них. Вот это мы могли бы тоже у себя развивать и вместе с ними делать. Главная цель представителей Казанского федерального университета – внедрить свои разработки в производство. «Solers» как раз-таки является таким предприятием, которое в автомобильной отрасли занимается продвижением исследований. Неразрывно с этим процессом необходимо и участие конструкторов для подготовки кадров. Мы не только разрабатываем, делаем дизайн, допустим, панели передней там, или еще какой-то автомобиль, но мы еще дальше разрабатываем технологии. Им не придется, сделав у нас дизайн, идти к кому-то еще, чтобы те потом сделали технологию, чтобы уже изделие было функциональным. И вот именно вот такая непосредственная связка, я так понимаю, что их тоже интересует. После осмотра лабораторий и научно-технологических комплексов состоялось совещание. Повестка заседания компании «Solers» и Инженерного института Казанского федерального университета включала в себя представление своих организаций и обсуждение направлений сотрудничества, в частности, реализацию научно-технических проектов и подготовку кадров с повышением их квалификации. У нас в первую очередь это определение возможности потенциала федерального университета, насколько мы могли быть полезны друг другу, в первую очередь от университета с точки зрения решения наших перспективных задач. Наша цель создания научно-технического центра здесь – это решение перспективы. Это не только наше вот текущее производство, это то, что, с чем мы будем жить в течение 5, 10, 20 лет вперед. Поэтому хотелось бы понимать, насколько потенциал университета позволяет нам решить эти задачи совместные, ну и совместно уже в дальнейшем решать вместе с сотрудниками, с студентами, с аспирантами эти задачи. Университет готов расширять сотрудничество в данном направлении. Преимущество Казанского федерального университета в наличии собственных научных разработок, сильной материально-технической базы, а также передовой инженерной школы, что позволит реализовать совместные проекты и решать конкретные задачи по созданию и внедрению импортозамещающих технологий в целях развития отечественного автопрома. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз.